Автомобильный отряд одинцовских волонтеров «Единая Россия» продолжает оказывать помощь в доставке продуктовых наборов в волонтерский штаб муниципалитета. Здесь формируют продуктовые наборы, которые затем передают социально незащищенным категориям жителей. На днях волонтеры доставили в Одинцово более 5 тонн продовольствия со склада в Мытищах. Этих продуктов хватит многим людям. В первую очередь помощь оказывается одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.